Ребята, доброе утро! Посмотрите на мой лук, так сказать, на мой вид. И я вам хочу сказать, что здесь сегодня 9 утра, 23.05.2022 год. Нам обещают, что дальше будет еще только жарче. Здесь речка Можепсин протекает, впадает в море. Там ребята ловят рыбу. Здесь только что пели лягушки. Прям слышно, как еще оттуда доносится их стрекот. Но тут пролетела птичка, и они все попрятались. К сожалению, Василия не вижу. Эй, Василий, ты где? Ну а вам во все ваши города огромный привет, не забывайте лайк, подпишитесь на канал и сделайте обязательно репост, буду вам от души благодарен. Вывозят, видите, разнообразные беседки, так сказать, VIP-отдыха. Тут заборчик раскапывают, чтобы сделать ограждение более красивое. Температура воздуха 24 градуса. То есть с утра я с машины сел, буквально час назад было 17, а уже 24. Температура очень быстро растет. Настила здесь еще не поставили. В этом году я отмечал то, что посрезали здесь дюны. Не знаю, для каких соображений, что они тут делать будут. И мостик вот в этом месте пока не велся, потому что с той стороны кафе еще не работает. В общем, такие вот нововведения. Речка, видите, потихонечку обмелела. Стало гораздо меньше здесь воды. Здесь лежат как раз таки те настилы, которые, скорее всего, будут уложены. Песочек пока, честно, грязноват. А вот у меня подписчики на пляже Кавказ, которые давали интервью, сказали, вот загоны ставят, все делают. Почему перед установкой не взять просеивающие машины, не просеять песок, чтобы он был чистый? В общем, расстраиваются люди, что у нас очень много на словах обещаний, к большому сожалению. Еще и находятся те, кто хотят верить в них. Говорил мой один друг из детства, говорит, давать надежду. Надежда есть, а все остальное человек уже сам все додумает, придумает. Видим, что прокинули электричество. Не знаю, такси, пляж или муниципал. Ну, похож на муниципалку, честно. Вот там сейчас они все в одном стиле делаются. И тяжело определить, где какой пляж. Подходим ближе к морю. Здесь мы видим огромное количество уже навесов. Но устанавливали лежаки, привезли. Не хватает только вас, дорогие мои, чтобы в скорейшем времени приехали и вместе с нами наслаждались всеми этими видами. Я не знаю, буду ли я купаться, но ножки хотелось бы как минимум замочить в морской водичке, потому что я вижу, что выбрасывало море тоже опять много пластикового мусора. Слушайте, речка прям неплохая. Ну, когда ты знаешь, сколько сливается нечистот в эту речку, прям грустно становится. Вот могу отметить, смотрите, на пляже идет уборка. То есть два мужчины прям очень быстро убирают весь этот мусор, который море выкинуло на берега. Но еще очень важно не попасть в нефть. Будем надеяться, что ее здесь нет. Ух, какая морская водичка. Так, у моря, смотрите, температура поменялась, стало 19,7. Кстати, речка теплее, чем море. Температура морюшка плюс 17 градусов. Это прям отличная температура для купания. Конечно, 25 было бы получше, но и 17 я стою уже, привык, прям очень хорошо. Единственное, что сегодня, хотя не буду говорить, мы идем с вами и скупнемся все-таки, пора. Я надеюсь, вы готовы вместе со мной окунуться в пучины морские и почувствовать, как это вообще. Конечно, не прикольно ходить купаться на свалке, но все по факту, все как есть. Перестатили мусор, вот его отпусти сюда, вот там, прям ребята молодцы, честно, наводят порядки, и это очень приятно. Так, в чем же сегодняшний вид у старшего купания? Я с собой забыл крышечку на GoPro, поэтому не получится занырнуть, но вместе со мной окунетесь, я думаю, сверху посмотрите, все будет от души. И самое важное, чтобы я ее сейчас не утопил. Если утоплю, то будет прям грусть, печаль, тоска. Кстати, именно где-то здесь канули в лету мои крайние часы, которые у меня были. И я стал счастливым человеком. Ну, не хватает порой, потому что на руку смотришь, а часов нету. Ух. Еще меня так волны не прибивает. Надо зайти поглубже. Море, кстати, очень чисто. Я думаю, что сверху вам это очень видно. И надеюсь, что меня очень слышно, что я столько разговоров разговариваю. Ну, море, здравствуй. Итак, дорогие друзья, для тех, кто пропустил, температура моря плюс 17, температура воздуха у моря плюс 19,4, чуть-чуть дальше 24 градуса.
То есть сегодня небольшой западный ветер поддувает, пока он еще небольшой, но в ближайшие дни будет разгоняться и будет плохая погода. Так, до второй мили мы не пойдем. Я думаю, что уже вот где-то здесь можно чуть-чуть занырнуть и окунуться. Ага. Ага. Блин. Так давно не купался в море, что для меня это прямо сейчас самые такие волнительные ощущения. Но дай бог, чтобы все было хорошо. Хотя, честно, можно идти дальше. Чем вообще привлекательно Анапское побережье? Тем, что у нас вот мелководье. И меня сегодня спрашивают: Юра, есть где места, где нет водорослей? Водоросли курсируют вдоль берега, особенно когда есть боковые течения. Поэтому сказать, что вот именно в этом месте их не будет, такое сделать невозможно. Можно лишь только сказать, что, ребят, приходите купаться, допустим, на пляж. Если вы видите водоросли, прогуляйтесь слева, прогуляйтесь вправо. Всегда можно найти чистые места. Я постоянно это доказываю и показываю. В общем, смотрите мои видео за прошлые года, либо в этом году следите за мной. Ладно, все, хватит болтать, пора окунаться. Так, практически на рассвете. Как хорошо! Вообще ощущение не холода, вот уже такого, знаете, море-море. Очень круто. Хочется только больше глубины, но это еще через мель. Идти там, видите, сзади меня еще одна мель начинается. А так было бы вообще шикарно. То есть можно спокойно купаться. Если вдруг, вот смотрите, лайфхак. Вы приезжаете, водичка еще прохладная, то вы можете спокойно искупались на дюны. Если ветер, допустим, с моря, за дюны. Если с берега, то перед дюнами. На солнышке сели, вам будет очень комфортно и тепло. Ну еще разочек. Вау! Вообще вылазить не хочется. Но надо, я все-таки болею еще. Насколько прозрачная вода. Насколько это приятно. То, что ты ныряешь и видишь все вокруг. Недавно видео были с Малой бухты города-курорта Анапа. Пляж Высокий берег. Там вода мутничком была. Ну, мне такая водичка не очень нравится. Я люблю, когда море чистое, солнышко лучистое. И все такое прозрачное и классное. Единственный минус то, что речка Можжепсины, когда ты, ну, прям знаешь, что туда сливается, это печалит. Но по сравнению с тем, сколько людей, когда приезжают летом на пляж, ходят в море в туалет, это мелочи жизни. Какая-то речушка. Всего лишь тонкий поток, который проходит через огромное количество камышей. Но это я себя успокаиваю. На самом деле надо выезжать туда дальше. Видите дела? Сегодня звонил Артур, но он, к сожалению, не ответил. Будем надеяться, в следующий раз обязательно возьмет трубочку, и мы с ним искупаемся вместе. Тем более море уже, ну, чудесное, прелестное, классное. Дорогие мои, с вами был Юрий Азаровский. Спасибо всем и каждому за то, что были сегодня со мной. Искупались в море. Я вам машу рукой. И, ну, давайте просто без моего голоса посмотрим на всю эту красоту, как она волнуется без нас. Потом, когда к нам. Вы пишите в комментариях, собираетесь вы к нам в гости или нет. Это тоже будет очень интересно узнать. Всем большой привет и пока-пока.